Оркестр шумовых нетрадиционных инструментов. Новшество детского сада «Мишутка» с этого года. В форме игры дети изучают ритм при помощи самых неожиданных предметов. Музыкальным инструментом уже успели стать орехи, бумага и другие подручные предметы. У детей появился и опыт публичных выступлений. В детском саду организован шумовой оркестр. Мне надо сыграть на шуршунчике и на чилофоне. Сделаем своими руками. А мы всей семьей сделали такой балабан. Из ведерка и шарика. Такими простейшими предметами дети изучают, что такое ритм, тембр, развивают слух и память. Это еще и становится первыми шагами в творческом направлении, и не обязательно музыкальном. Такую методику преподавания также оценили родители и воспитатели. Ранее детский сад заявил этот проект на всероссийский конкурс, где занял первое место. Дети, которые очень замкнутые, стеснительные, играя в оркестре, они раскрепощаются, раскрываются с разных сторон, становятся более коммуникабельными и могут выступать перед большим количеством людей. Они участвуют активно в разных видах деятельности. Даже если творчество останется для ребенка просто развлечением, такие уроки, как минимум, дадут дополнительные навыки и знания при подготовке к школе.